Фамилия? Парамошкин. Имя? Дмитрий? Да. Алексеевич. В этот день. 16.04.98. Парамошкин Дмитрий Алексеевич. До обстрела нам говорили, что все мирное население как бы... Ну, его нету в Украине. Нам дали задачу поехать в Николаев. Сказали, что там уже, ну, чисто нас уже... Нам просто заехать надо. Мы здесь дома! Я у тебя скажу! Мирного населения нет в Украине, правильно? Вы только, блядь, с мирным населением можете воевать. Ну, как бы, города уже все захвачены, мы как ехали, как миротворцы, базу ставить в Николаеве. И то, что нам говорили, что Николаев уже захвачен. Ну, не доезжай до Николаева. Вы думали, что вас все ждут и все хорошо? Валите отсюда! Валите! В Россию свою! Я думаю, нейтрально относится. По нам обстрел начался. 1/4, да, просто уничтожили наш. Ну, представьте, в Россию заехали украинцы на танках. Как бы вы на это посмотрели, вот на такой? И потом плен взяли. Я сдался сам, потому что меня оставили. Меня, получается, ну, оставили. Уехали без меня. Ну, не бросили, но просто так получилось, что оставили. Если бы вы знали наперед все, что бы вы сделали? Вас отправляют, вы знаете наперед. Я бы не поехал. Не знаю даже, как сказать. Желание туда ехать. Под каким предлогом вы бы не поехали? Нет. Это нет, не месть. Не знаю, в больницу слег бы. Вернуться туда. Сломал бы себе что-нибудь. Я человек военный простой. Там остались пацаны мои, узнать, как оно. Ну, плюс сейчас... Я не считаю, что как бы Россия агрессор. Нет, ты никуда не шел. Ты был просто военнослужащий. При любом раскладе я не считаю. Я, наверное, патриот как бы Родины. Никто не знал. Если бы мы знали, мы даже в эту армию гребаные не пошли. Сын тоже, что в армию пошел, что вот, ну, не отклоняемся мы. За Родину, что? Когда мы Херсонскую область проезжали, видел, да, мирных жителей. Оккупанты! Они были за освобождение. Домой! Но мы наехали на мотолыгах, они кричали, мы вас ждали уже. Мы безоружные! Ну, не то, чтобы мы вас ждали, как они. Вы будете по мирным стрелять! Типа освободители едут. Фашисты! Что-то такое. У нас нет оружия! Но это все произошло именно из-за неподготовности. Нам не сказали, что мы едем на Украину. Нас не готовили к этому. У нас продвижение идет вперед. Тактика поменялась, все хорошо сейчас. Но мы забираем свое по праву. Америка точит зуб на нас. По сути, мы забираем свое для того, чтобы защититься от последующего.